Всем привет! Меня зовут Юля, рада видеть вас на моем канале о рукоделии. Сегодня воскресенье, а значит, настало время отчетного видео по второму этапу нашего проекта «Вязание за стеклом», организатором которого являюсь я и Ирина «Вот красота». А спонсорами нашего проекта являются интернет-магазин «Бобин», мастерская «Ровные петельки» и рекламное агентство «Твердый знак», а также фея нашего проекта Оля «Северное вязание». Итак, я расскажу только о половине участников. Вторая половина будет у Иры на канале, поэтому не забудьте сходить к ней на канал и посмотреть остальные работы. Ну и начать, конечно же, хотела с работы Иры, да, самой. Она связала такое милое пальто своему зайчику, игрушки-зайчику, вот, с пироженками. Что своим этим изделием она меня вдохновила на то, чтобы связать детское такое пальто. И, конечно же, она осталась неизменной себе, и пирожные у нее были вывязаны жаккардом. А я думаю, уже все знают, что она очень любит жаккард. А, собственно, он у нее очень хорошо получается, поэтому, да, снова жаккард, снова пирожки. Вот. Могу сразу сказать, что когда я увидела торт клубочницы, он меня покорил, и да, он является, наверное, моим фаворитом. Это просто супер работа. Я когда занималась мыловарением, у меня были такие торты из мыла, поэтому он мне очень напомнил. Ну и вообще, все так аккуратно сделано, прям супер. Ну, я хотела бы отметить еще несколько работ, которые, ну, как мне кажется, выделяются на фоне остальных. Во-первых, это Марина Степаненко со своей микроволновкой. Да, у меня, собственно, это была ягода, у многих там ягоды, пироженки, да, овощи, а это микроволновка. Ну, вот я уже Марине сама говорила, что если бы не знать, какая у нас тема, то, скорее всего, было бы непонятно, что это за подушка. Но так как я знала, что это у нас связано с кухней, да, я сразу поняла, что это микроволновка. И она выпустила собственную марку микроволновых печей «Вязание за стеклом». Идея очень оригинальная, Марина молодец. Дальше. У Ани Елфимовой косметичка-шоколадка. Вот вроде бы у нас много было пирожных, да, ягод. Ну, то есть сладостей было много. Но вот только у нее была шоколадка. Прям очень оригинальная, мне понравилась. Она из шоколадки, из этой сделала косметичку. Тоже супер. Так. О, еще девушка под номером 73, надеюсь, я правильно зову, Канкай Айбе. У нее связаны мухоморы. Я тоже считаю, что на фоне всех наших вкусняшек мухоморы очень-очень выделяются. Она хочет сделать из них брелок, игольницу. В общем, она их навязала несколько. Обязательно посмотрите ее работу и будет использовать с разным назначением. Дальше. Яна под номером 77. У нее такие классные игрушки. Там кукла и мишка-поваренок. Они вообще, вот, на мой взгляд, не просто сделать вязаные игрушки красивое лицо. Особенно, когда это человеческое лицо. Да, там вот кукла. Ну, не знаю, у меня вообще никогда не получается. Вот. А у ее куклы такое симпатичное, приятное и доброе лицо. Прям мне тоже очень понравилось, сразу запал душ. Ну а Мишка это он прям такой, он такой пушистенький. Пушистенький? Пушистик. Ну и еще могу сказать работы, которые вот мне тоже понравились. Это у Саши Тат. У нее костюмчик, комбинезончик там для малыша и шапочка-пироженка. Просто мне всегда нравились такие комбинезончики. Он такой миниатюрный, такой маленький усипусечка. Вот. И еще мне понравилось у Саши Козяниной сумка-тыква. Просто, во-первых, фотографии очень такие располагающие, как говорят, цепляют, да? Они яркие, цвета такие сочные, и вообще выполнено все очень аккуратно, поэтому сумка-тыква мне понравилась. В общем, хотелось бы увидеть эту сумку в деле. Не только как она там лежит, но и как с ней ходить можно. Ну, было вообще очень много работ. Это были декоративные какие-то композиции. Подставки под чашки, тарелки и так далее. Панамки разные, шапочки, кофточки с аппликациями.
Все постарались на славу. Я вас всех поздравляю с окончанием этого этапа. Вы молодцы, все справились. А сейчас предлагаю посмотреть галерею работ одной половины участников. Вторая половина участников у Иры на канале. Приятном, да, о подарках. Сейчас я расскажу вам о том, кого же выбрали спонсоры. И начнем с тех, кого выбрал интернет-магазин Бобин. Главным победителем, я думаю, тут интриги нет, они выбрали Таню Косову. Канал у нее называется «Повезушки с Танюшкой». И, конечно же, это тот самый торт-клубочница. Он является определенным фаворитом, я думаю, на этом этапе. Вещь очень красивая и, к тому же, практичная. Но Ольга, которая из интернет-магазина Бобин, сказала, что очень было сложно им определиться с поощрительными призами, поэтому они просто хотели бы отметить еще тех, кто больше всего им приглянулся. Точнее, чьи работы им приглянулись. Это Марина Крустич с оригинальной микроволновкой, Яна Думская за игрушки очень интересные, Аня Паула отметили твою интересную съемку, Буэна Виста и Виктория Исакина. Очень красивые у вас работы. Поздравляем вас. И, конечно же, Таня Косова, мы тебя поздравляем. Отличный торт. Таня, тебя ждет подарок 1000 рублей на лицевой счет в интернет-магазине Бобин. И еще хочу напомнить, что для всех участников нашего совместника интернет-магазин Бобин представляет скидку 10%. Поэтому обязательно сходите на их сайт, закажите что-нибудь полезное для своего рукоделия и получите за это скидку. Итак, следующий спонсор – это творческая мастерская «Ровные петельки». Тут фаворитом стала Оксана Никольская под номером 33. Это очень красивый фиолетовый топ. О том, какой приз ждет Оксану, вы можете узнать в аккаунте в Инстаграме творческой мастерской «Ровные петельки». И следующий наш спонсор – это рекламное агентство «Твердый знак», которое дарит нам бирочки для изделий ручной работы. И здесь они выбрали тоже, я думаю, очень заметную работу.
Ирина Панферова. Я надеюсь, что я правильно произношу фамилию. Если нет, исправьте и не обижайтесь. Ее номер в табличке в нашей номер 70. У нее замечательная грелка на чайник в виде корзины с фруктами и ягодами. Тоже очень красивая, заметная. Мне она сразу приглянулась. Мы тебя тоже поздравляем. Ну и фея нашего проекта Оля Пушкина, да, с каналом «Северное вязание» по традиции расскажет о своих призах на своем канале. Все ссылочки у нас остаются под видео. Обязательно сходите, посмотрите, может быть, именно вам повезло, и вы получите подарок от Оли. Также девочки, которые участвовали в создании первого задания из первой идейной группы, выберут тоже кого-то, чья работа им больше всего понравилась, и отправят небольшой подарочек. И я думаю, что они снимут об этом видео и на своих каналах также разместят его. Поэтому сходите к ним на канал, посмотрите, что интересного они там расскажут и покажут. По результатам второго этапа, у меня есть несколько организационных моментов, которые мне хотелось бы сказать. В очередной раз хочу акцентировать ваше внимание на том, как должно быть названо ваше видео. Если вы называете видео неправильно, то вы уменьшаете свои шансы на то, что мы его увидим, и в том числе и спонсоры, что посмотрят его или нет. Итак, название видео должно быть «Вязание за стеклом. Этап». Такой-то точка, ваш номер порядковый и окончание, то есть что вы там, как называете свою работу. Первые три составляющих должны быть обязательно. Название проекта, номер этапа, номер ваш в таблице. И в который раз тоже. Девочки, у нас проект называется «Вязание за стеклом». Не «Вяжем за стеклом», а «Вязание за стеклом». В Инстаграме также указывайте правильно тег, чтобы мы вас не потеряли. Хорошо? И что хотела бы сказать. Уже завтра вы получите новое задание. Желаю вам сохранить позитивный настрой, хорошее настроение, подготовить свои инструменты, пряжу и, в общем, все для нового задания. И с таким же энтузиазмом продолжать вязание в новом этапе. Ну, а на этом у меня сегодня все. Пишите комментарии, пишите, какие работы вам приглянулись больше всего. Не забудьте сходить на Эрин канал, посмотреть вторую часть работ. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И пока-пока.